Итак, мы с вами изучаем, как правильно жить. То есть есть вот это важное понятие, это когда у человека заклинило. Ну, то есть он разозлился, обиделся, не может сдержаться, ему что-то сильно хочется. Это означает, судьба навалилась на полную катушку. Вот надо это просто признаться хотя бы в этом себе, потому что человек просто в этот момент начинает создавать новую философию. Вот смотрите, допустим, влюбился там в кого-то. Если человек просто понял, что да, вот сейчас действует моя судьба, она разрушает мою жизнь. Дальше будет так-то, так-то, потому что вот есть так, говорят люди, что вот так будет. Вот. У женщины вот так-то, у мужчины вот так-то. И что надо сделать? Нужно свои чувства напоить. Чем? Вот этим желанием ты их не напоишь. Оно будет тебя разжигать, разжигать, пока дальше тебя не угробит. Вот влюбился мужчина в женщину, допустим. У него есть жена, дети. Дальше он уйдет к этой женщине. А дальше что произойдет? А дальше у него будет к ней чувство разгорать, разгорать, пока оно не бросит. Все. Это вот так работает система. Ну, то есть, хочешь напороться, пожалуйста, нет проблем. Бог не против. Мы живем для познания.